Поэтому прославляйте Бога в телах ваших. Therefore glorify God both in your bodies и в душах ваших, and in your souls, которые суть Божья, which are God's. Никогда не обращали внимания. Have you ever paid attention to this? Он говорит, прославляйте Бога. He says, worship the Lord в душах ваших, in your souls, или сразу в телах. Or first in your bodies. Никогда не обращали внимания. Did you ever pay attention to this? Говорит, прославляйте Бога. It says, praise the Lord в телах прежде всего. First in your bodies. У тебя есть руки. You have hands. Прославляй Господа. Praise the Lord. Поднимай к Богу. Lift him up unto the Lord. Тогда не будет желания на жену ее поднимать. Then you won't have a desire to lift it on your wife. У тебя есть уста, язык. You have a tongue. Прославляй Бога. Praise the Lord. Тогда не будет желания и силы, и энергии уже на жену орать. Then you will not have energy to yell или at your wife or your husband. У нас есть тела. We have bodies. И Библия говорит, and the Bible teaches us прежде всего в телах славить Господа. To first to praise him with our bodies. Послушай, не в душах. Listen, not in soul. Порой душа в самом деле. Sometimes the soul. Ты пришел в дом Божий. You come into the house of God. Или дома стал для молитвы. Or you begin to pray at home. Твоя душа, твои мысли. And your mindset. Они где-то летают еще. It's somewhere else. Они как-то не могут сразу включиться. You cannot turn on right away. И ты начинаешь просто славить Бога. And you begin to just praise the Lord. Хлопать, петь ему. To clap, to praise. И пусть сразу ты делаешь это механически. And right now you may be doing it mechanically. Библия говорит, в телах сразу прославляет, а потом душа догонит, друзья. Душа догонит. Душа включится. Аппетит во время еды, мы говорим, приходит, да? И тогда, говорит, в телах ваших и в душах ваших. Аллилуйя. Но начинаем мы в телах. But we start in our bodies first. И даже если ты не чувствуешь, and even if you don't feel и там like тебе it, все настроения с утра испортили, mood, и там пока ехал колесо пробил, yes, your tire had fun, и кофе на себя разлил, or you poured coffee и on что только не было, or whatever might have happened, начни славить begin Господа. To praise the Lord, и глядишь, и мысли в порядок and придут, your mindset will come и как-то into order, душа подтянется, and your soul will be connected, и ты сможешь петь Ему, славить, величать. Аллилуйя! Послушай. And so listen. Мы входим во врата со славословием. We walk into the gates of with thanksgiving. Но точно так же. And so мы телами начинаем. With our bodies. А потом мы идем глубже. We start and then we go и deeper. И на уровне души уже and поклоняемся. And then it becomes on the into our soul. А потом мы идем еще глубже. And then we go even deeper. И мы входим во святое святых. And we walk into the holies of holies. И там, где дух наш соединяется с Господом. И мы поклоняемся ему в духе и в истине. And we begin to worship him in spirit. Hallelujah. Но все начинается там, у ворот, у внешнего двора. Ты не можешь сразу вдырнуть во святое святых. Поэтому подскажи своему телу, so you should tell your body что нужно делать. What you need to do. Тело, давай, body, вперед. Go forward. Славь Господа. Praise the Lord. А там, глядишь, душа начинает подключаться. And then your soul begins David to be connected. Часто приказывал и душе своей. David many times говорит, commanded his body. Славь Господа. My body, worship хочешь, the Lord. Хочешь, нравится, whether you want нравится. To or not, whether you like it or суть not. Суть не в том, что тебе нравится. It's not what you like. Суть в том, что Богу нравится. It's what God likes. Поэтому не важно, как я чувствую. And so it doesn't matter how you feel. Важно, что ему это нравится. It matters if he likes it or not. И я славлю его. And so I worship him. Аллилуйя.